Окей. Что это было? Так, всем привет, ребята. Игра называется как еще раз, я у вас спрашивал? Hey guys, The Last Year, The Nightmare, правильно? Ну, посмотрим, кто будет смеяться последний, когда я его зарежу топором. Кальмар, тихо, я тебе не говорил разговаривать. Блин, Гагатун! Гагатун, ты тут? Гагатун! Да. Не дай бог, ты будешь маньяком. Я надеюсь, что я буду маньяком. Нет, 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 нет. А ты стримишь? Четырехглазый, ты стримишь? Выключай. Выключай. Выключай, это страшно. Guys, over here. Гайс, смотрите сюда, идите сюда, слушайте меня. Короче, первое, это ушатать Гагатуна, насать ему в лицо, а потом... А, все, извини, больше не буду. Так, это первый взгляд. Первый взгляд на Гагатуна. Но так. Я не знаю, как бы мы должны вышивать, но моя цель будет убить вот этого болтуна. Слушай, ему дали этого маньяка! Нет, ну нет, ну за что? Ну за что ему дали маньяка-то, а? Ну господи. Да какой рандом, ему разрабы платили, потому что у него 1 миллион подписчиков. Да я не блин, я с вами... Тебе заплатили, даже не ври, даже не пытайся. А, ты с нами, что ли? А, блин. Я думал, ты как бы будешь это монстром. Ну, смотри, если меньше кричать, смотрите, страна, может, как-то лучше будет ситуация. Гагатун, тебя не слышу, погромче, можно? Мне кажется, ты громкий, стой. Прости. А как мне сделать себя погромче? Никак, Гагатун, слушай меня. Все, ладно, тихо, Гагатун. Давай тащить. Ты что, меня скинул, блин? Я тебя сейчас... Короче, наша задача вчетвером выжить, вы поняли, нет? А нас пятеро. А, да? А, нет, надо дискорд упасть. Пока веселитесь, да. Нас пятеро, понял, Гагатун? Уходи. Зачем ты материшься? Тебя дети смотрят. Сейчас уже больше нет. О, вообще-то я смотрю. Гагатун, а ты из Чернобыля же, да? Я один замок спилил. Кто навел тебя на такой мысли? Ну, просто похоже немножко. Он здесь. Я иду к вам. Это моя третья рука? Мы сломали Гагатун ловушки. Ты так не умеешь. Ладно, погнали. Он здесь строит опять свои. Интересно, что он... Ой, момент. А если он пудж? А если он как пудж хукнет? Давайте через другой вход пойдем. Так, они... Он тут везде наставил свое говно. Короче, это первый взгляд и обзор. Он сзади, сзади. Прости, Гагатун! Прости, Гагатун! Нет! Нет, мы потеряли его! Мы потеряли его! Гагатун! Гагатун! Гагатун, ну ты что, не мог в дверь войти? Беги быстрее, нам надо спасти нас. Как могу. Надо спасти нас. Мы в подвале. Сейчас. Не, ну за ассалта прикольно играть. Он сзади, если что. Маньяк, если что, сзади. Это не знал. Все его не спасти, убегайте. Гагатун, куда ты побежал? Там нет выхода. Я откуда знаю, где здесь выход? Я Господи, куда ты пошел? Куда ты пошел? Он не хочет меня убивать, да, хорошо. Иди сюда. Shift нажимай, Shift. Прыжком здесь не помогает. О, господи. Что это за слоупок? Выкиньте его из команды. В игре очень быстро
просто стамина кончается. Ну да. А ты что думал? Ты как Конор Макгрегор сейчас сыграл. Поехали. О, что, будем спасать этого? Кстати, вы в курсе, что нас маньяк тоже слышит, что мы говорим? Да, это я тут тоже знаю. Это тактика такая. Да. Я пошел спасать. Маньяк даже не отыгрывает маньяка что-то. А как он должен отыгрывать? Покажи. Когда я буду медленно смотреть на него и все. Ага, понял. Он должен смотреть на кого-то медленно. Ёб твою мать! Потом в конце. Мочи, что случилось? Давай. У него много хп осталось? Прям по жопе я. В смысле, у него 300 в начале. Пойдем, пойдем, нам нужно спасти их. Нас двое осталось. Блять. Кидай его, взрывай его! Дыми его! Уходи! Фотоаппаратер! Закрывай дверь, закрывай дверь! Красава, блять! Красава! Ну-ка. Просто машина, братан. Просто машина. Почему он тебя не добивает? Он издевается над тобой. Ну это как маньяк. Он издевается над тобой. Освобождай. Вот, правильно, он должен убить только Гагатуна. Давай, он дает последний шанс нам, пацаны. Ты сейчас опять наступишь туда. Пацаны, мне кажется... Нет, нет. Пацаны, он хочет, чтобы мы записали хороший летсплей. Алло! А чё какого-то Гагатуна спасли? Четырёхглазого. Гагатун даже тут есть, в этой игре. Слушай, чем больше ты будешь повторять эту шутку, тем смешнее она становится. Понял, я понял. Так, нужно просто ловушки убирать, понимаешь, Гагатун? Да я еще мертвый. Да тебя спасти тогда. У меня этот трупер, он здесь, он здесь! У него осталась там писечка по хп, пацаны. Откуда знаешь? Я ему то, что ударил, у него чуть-чуть прям осталось. Я увижу, да. Удара два где-то. Один у него, один удар остался. Ударь его, рож. Лучший, лучший, спасай всех. Спасай всех. Бабатун, спасай всех. Вот, Бабатун дверь открывает. Давай, давай. Хорош. Чё? Их убили. Что случилось? Пацаны, у нас 9 минут есть, мы сможем. Чё скрапа так мало в игре? Хочу... Если мы херню маяться не будем, мы должны успеть. Да это все Лагатун! Это все Лагатун! Меня спасите, ты по-братски. Что? Не оставляй меня одного! Меня спасите по-братски! Да в пизду этих вот других. Лагатун, спаси меня! Нет, мы его оставим, пускай его маньяк убивает. А я... Лагатун, я тебе отомщу, это в следующей катке. Интересно, что будет маньяком. То есть я имею в виду, каким будет он. Я? Да нет. Каким он будет? То есть, который стреляет, блядь. Он будет пуджом, пуджом. Как пудж стрелять будет. Он здоровяка взял, он здоровяка взял. Пацаны, я появился, спасайте меня. Нет, можешь на это? Открой эту дверь. Лагатун, я наверху, спасай меня. Быстрее заправляйся. Ща-ща-ща. И меня спасите, по-братски. Он испарил? Он телепортировал. Вы меня спасать-то будете? Я рядом хищника. Это что за хрень? Она слишком большая. Об стену прямо. О, спасибо. Меня кто-то спасает. Пожалуйста. О, спасибо. Угадай. Пойдем спасать наших. Пойдем, пойдем. А у нас хиллера нету, да? Не-не-не, нету. Ой, печально все. Отвлекайте его, пускай он вас бьет.
Отвлекайте. Вот он перед нами бегает, перед нами бегает. Отвлекайте. Готов, заправляй быстрее. Быстрее заправляй. Быстрее заправляй. Ничего не заправляй, ничего. Да заправляй, давай. Ай, а бля, я умираю, сука. Быстрее открывай! Логатун! Логатун? Ну. Он здесь, пацаны, возле меня, возле меня. Такс. Ёпта, а тут так много заданий. Тут очень много заданий. Вот, возле меня, возле меня. Там вот. Он вниз идет, Лего, беги, откуда он идет вниз. Ко мне идет, да? Да, он тебе и вниз спускается. Откуда, блин, с какой лестницы-то? Так тут, походу, одна лестница. Я понял. Не, все, выходи как-нибудь оттуда. Так, вот. Надо вас спасти, я что-то не вижу, где, вот, типа, двери. Все. А вас спасают? У нас последний этап остался, пацаны, вот эта высокая башня. Там два этапа осталось. Еще дофига. Да хватит подбирать мои скрапы, дядя. Быстрее, берите шестеренку и все, и валим. Лоботоп, не подбирай мои скрапы. Он идет, Лоботоп, беги! Да заткнись! Ты... Лоботоп! Быстрее крути! Никто никуда не бежит, мы все умираем. Хороший у тебя настрой, ну это жестко. Кто-то может, блядь, подняться на башню. Беги! Блядь, бежим, блядь. Бегите вниз быстрее! Ты сейчас сгоришь! Эту башню, блядь, разрушится. Креблебот, давай! Да хватит лутать скрапы! Слушай, не говори мне, как жить мою жизнь. Ты вообще... Крути быстрее, твое дело крутить! Все, он меня убил. Гомозавр, давай, гомозавр! Он тут, он здесь, он здесь. Он у нас последний остался или нет? Да, да, нам осталось только открыть ворота и все. А я-то не... А и меня-то не спасли. Когда откроется ворот, будет ограниченное время. Вот, вот, там 50 секунд будет. Не открывай. Гагатун, нет, до конца не открывай. Это не открывай. Я, бля, знаю, как... Чё? Молодец. Здесь, мы сейчас все умрем, пока вас здесь ждем. Да не умрете вы. Класс техника может как бы сделать огнемет. Гагатун, не крути, не крути! Кокотун, ну зачем ты так сделал? Ну кокотун! Кокотун! Зачем ты так сделал? Кокотун! Кокотун, зачем ты так? Кокотун! Спаси! Спаси нас! Кокотун! Ну все, понятно. Никогда не ходите выживать с кокотуном. Не знаю, пацаны, вы что-то были слишком медленными какими-то. Где не вверх, надо вниз уже бежать, алё, ты куда бежишь? Он друг кокотуна! Кокотун! Вот это смешная катка была. Один чего? Только четырехглазый выжил. А как у меня скобы, блядь, он еще приебался. Продолжение следует. Не, ну здесь определенно лайк можно поставить. Смотрите, пацаны, а смотрите, сколько выжило много людей. Смотрите, как много выжило в этой катке. Ага. Все, я надеюсь, теперь я буду маньяком, если честно. Мне кажется, тебя все ненавидят уже. Мне кажется, тебя все ненавидят уже в этой игре. Как это? Только ты вроде. Нет, почему? Ну, я это чувство взаимно, поверь. Нет. Кокотун, ты готов?
Слушай, каждый раз, когда ты называешь меня еще раз четырёхглазым или как-то так, это лишний удар в спину топором тебе будет. Тебе не дадут маньяка, сори. Ну это ты так думаешь. Пацаны, потому что хиллера не было, все из-за этого. Да-да. Во всем виноват хиллер. Да все потому, что все бегали в разбор. Еще раз меня слышно? Да. Да, слышно. Такое дело, когда я за мана играл, я вообще вас почти не слышал, это нормально? Серьезно? Вот сейчас нормально тебя слышно, нормально тебя сейчас слышно. В было нормально слышно всех остальных, когда я играл за ману, вам сейчас вообще нереально, как это понять? А у меня так же, как будто бы приглушенно, да, а типа... А что делать в этой ситуации? Не знаю, я вот привык уже. Я нет. Может это специально, нет? Скорость тебе прибавь. Может это специально, чтобы типа... У меня тоже максимально дискорд стоит. Чтобы убийца не слышал то, что говорят. Да нет, убийца и так все слышит, там все нормально слышно. Убийца все слышит, да. Не, ну слышно, но не так, как раньше, то есть вот так вот. А типа, вообще сколько людей купило игру, что мы не можем дождаться одного игрока, как бы? То есть... А иногда в дискорде, если не дождаешься, надо в дискорде, короче, инвайт кидать, и тогда придут. Мы что, вшестером купили игру? Ну, не только мы. А чё тогда не приходит один чип? Не хотят с нами играть. Стримеров недостаточно. Кто-то ищет. Да, сейчас еще стримеров не хватает, мне кажется. Фу, пати стримеров. Игра для стримеров. Гагатун, а ты стример или не стример? Я... человек. Понял. В смысле, и видосики делают, и стримит. Все вместе он делает. Серьезно? Ну, вроде... О! Красава. Наконец-то не хейтер среди нас есть. А с чего ты взял, что я хейтер? Да, бля, может быть, потому что я как уши у меня есть. Понял. Претензий нет. Но я не хейтер, лол. С чего ты взял, что я хейтер? Ну а давай уже кому-нибудь найдем. Player settings не работает, то есть я не могу никого замутить, не могу ничего сделать вот этого. А потому что там надо оверлей, по-моему, накрутить в дискорде. Доктор, серьезно. В смысле? Дайте я сейчас на секунду. Ты выбрал карту. Тут все через дискорд сделано. Давайте карту выберем какую-нибудь. У меня, кстати, оверлей не включает. Давай. Так в смысле, а мы же на какой сейчас был? Мы были, которые он выбрал, доктор. А, окей, хорошо. Залибрили. Можно. Тут даже лидерборд есть. Какой-то психотроп уже 98 кубков выиграл. Не спугните его. По-английски все разговариваем. Хорошо. Пацаны, я на 775 месте в лидерборде. Вот это сильно. Ты говоришь, но на всякий случай. Вот это сильная игра, что я на 775 месте третий раз в жизни играю. Результат, красавчик. Пацаны, я в топ 700 вхожу игроков мира по этой игре. Скрестил пальчики за мной. Хотя всего играют 500, как бы, да? Да-да-да. Ну да. Разрыв соединения какой-то у вас было в правом верхнем углу? Да. Классная игра. А как вернуть деньги? Это не Steam. Да, блядь! Я опять с этим катаю, что ли? After that, the computer. If we break it to the system, that should open the door to Bellman's secret library. Где ты, мой сладенький? Я вышел один раз, если вы будете предавать меня и строить коалицию, чтобы я умер, я ни в чем не виноват. Давайте будем вместе. Давайте. Помню все тот раз, когда вы были с кишками наружу, а я убежал. Давайте, пацаны. Вообще, забудем, вообще не поднимайте никогда Гагатуна, потому что вы все знаете, что он вас кинет в финальной катке. Да. С таким настроем я точно кину. В прошлый раз я кинул, потому что вот этот маньяк, который сейчас пытается вроде меня настроить. Ты нас кинул! Ты нас кинул всех! Не рассказывай там из сказки! Ты кинул, ты еще кричал, как сумасшедший, и говорил. Ты кидал! Все, Лего, приходи, мы его отдаем. Давай, я за. Я вас не трогаю, пацаны. Продавайте его. На втором этаже. Продавайте его. Какой на втором этаже? То есть на третьем этаже. Продавайте его, продавайте. Скажите мне, что разведите. Ну что, хоть понимаешь, что мы что делаем, куда мы идем? Ты нам жизнь, а мы тебе... Что за хуйня? Ну, учитель, так бы физик. Блять, он здесь. В смысле? Он тут ловушку даже поставил. Блять, можно его пора делать? У меня кто-то снит. А ты забыл, что
соответственно, это значит, что она просто... Да. Она со временем попадает вроде. Да. Ну, бывает. Да, бывает. Он тут, да. Под окнами не ходите большим, он отталкивал. Смотри, кто он. Так, слэшер. Возьми. Вот этот, он с цепями, он с цепями, пацаны. Он ходит на первом этаже, на первом этаже. Где Скорпио? На первом этаже ходит, пацаны. Скаут, возьми диск, блядь. Да взял я диск. Джин, блядь. Ему конец, ему конец, бежим. Нет, не идите. Алло, мы сейчас, у нас нету стамины бегать сюда. Ну, мне почти стрелять. Наешку тыкайте просто, пацаны. Быстрее, быстрее, наешку тыкай. Бля, пацаны, помогайте. Чего вы на второй этаж? Ну какой помогайте-то, ну вы чего? Необычный парк, ты говоришь. Помогайте ему, помогайте! Окей, я понял, я запомнил. Помогайте ему! Не убегай близко, я хочу хотя бы близко. Как там лучше? Вот он, он где-то рядом. Где выход? Я понял, что он где-то рядом. А, давай поднимемся с Васёмом. Хотя сейчас зря мы сказали, он сейчас... Не помогайте, я же всё слышу. За что вы меня так? Не помогай, не помогай! Я отвернулся от тебя! Я отворя... Эй! Мёртвая, но скоро будет живой. Потому что не надо было бегать отдельно, я вам говорю. Всё, я сейчас электрошокер делаю. Не делай электрошокер! Электрошокер, один заряд, 5 секунд стопит. Мы за 5 секунд размотаем. Тихо, тихо. Алло, а вы где? Когда они возродятся. 5 секунд, это всё. А вы где? Мы тебя ждем, приходи. Понял. А куда идти? Не знаю, я как не сурка, как так иди вниз. Помогайте, помогайте. А помогайте. Где тут вниз? Не почувствую, что ты обманут. Будьте готовы просто приедать, что успел. Ван левел IQ. Он цепи и все. У него хп мало, это уник. Почувствуем, что мы идем обратно. Просто вместе ходим. Сейчас. Не иди! Не отставай. Так. Погнали. У нас что, насколько у нас отличается стамина, что ты пытаешься пройти? Так, подожди, а что ты туда? Не отличается даже. Не, просто у скаута вроде быстрее больше. Экономить просто надо стамину и все. Разве не разница, как бы супер брать? А я хочу... А, меня тащат! Просто нажми на меня Е, и он меня... Вижу, вижу, вижу. Нет, какие электрошоки, ёпля! Всё, пойдём быстрее, пойдём. Так я сейчас освобожу кого-то. Подожди, а кто? Никого не освобождай, никого. Почему ты так далеко убежал? Он пошел спасать ваших товарищей. Да. Подожди, я не могу вести. Электрошок, что-то злая тема. Да, она очень мощная, типа. А она перезаряжается каждый раз? Не-не-не, всего два раза используешь, и он выкидывается из-за ноги. А вы куда идете? Нам в другую сторону. Потому что мы карту не знаем. Я сам ее не знаю. Не разъединяемся, пацаны, давайте не разъединяемся. Да сейчас. Да, погоди-ка. Сейчас я так на LD. На новый шокер. Дэм. Так, а как тут вниз-то пойти? Вначале думал, что я не могу крафтить, а потом показал, что нужно просто навести. А сколько нужно пробить? Там внизу. Как-то не самый лучший день. А у меня дробовик. Так, почему опять разбежались все? Алло, вернитесь.
вернулся обратно. Там уже во всех старшинках это разделяется. Давай, давай, делай, я тебя прикрываю. Либо это Скуби-Ду, либо это что-то другое. Кстати, на шейп всегда надо разделяться. А что ты залагал, я не могу тебя убить. Что это было? Спасибо, блин. Это что было? Это я мину подорвал. Ну, вроде как нет, потому что в игре через Discord сделано. Не, спасибо, просто. А Чувиху тоже убило, да, мою? Чувиху тоже убило, да? Да, всех убило. Жестко. Пацаны, без обид, пацаны. Пацаны, говорит, без обид. Можете перестать отфигаться, пожалуйста. По два человека не выжить. Скуби-Ду, они обычно вчетвером бегают. Кто сказал? Ну ты мультик ты смотришь. Ну по двое там ушли. Их было пять. По двое случались проблемы. Одна волна идет. Нужно было вчетвером попасться. Так, а вы где? Ты найди. Угадай. Ты можешь пойти спасти нас? Например, меня. Не, не все. Что знаешь? Да я вижу. Так, а чё я не могу? Осторожно, так просто вперед иди. И доктора Трапера вообще эффективность ощущается. Давайте поднимем. Где ты, где ты, где? О, лучший игрок вернулся, еее. Ты где, Даран? Меня освободите. А где вы их спасаете, ё-моё? Короче. Пойдём наверх, пойдём наверх. Подождите, подолкнул. Да сколько у тебя электрошоков-то? Ты меня бьёшь? Чё, мы теперь можем свалить? Да-да-да-да, всё, нам надо немножко. Да. Бля, электрошоки, это жесть. Не-не, ты прям открой, но прям с конца. Какая огромная карта, я просто поражаюсь. Так. Блин, так. Да тебя кто-то живет? Ну да, вы очкарик минус. Ну да, он минус. Сейчас у меня не сломит. Вот 6 минут осталось. Я иду тебя спасать. Фигачьте, я тебя хилею. Давай, давай. Все нормально. Блять, они спасли? Наверх, мы почти открыли. Ой, рядом, я рядом. Сейчас восстановлюсь. Открывайте, мы пока идем наверх открывать. Нет. Да-да-да-да. Наверх пока идите открывать. Вам что, осталось последнюю открыть, да? Или нет? Я вот что-то вижу. Идите со мной на второй этаж, пожалуйста. А сколько вам осталось до финала? Угадай. А еще очень много. Вообще мы, ты успешно всех убить. Ага, конечно, да-да, мы уже до финиша дошли, не рассказывай мне там. Не-не-не, нам еще... Ты мне не сказал, что... Идите сюда быстро все, бегите сюда. Давайте, давайте, давайте. Ну, сейчас идем. Бежим, бежим. О, я знаю этот звук. Он сзади нас уже не пришел. Блять, это херня. Сука, он такой долгий! Пока. Пока, говорит. Успеем, успеем, успеем. Успеем, успеем, нас 30 секунд успеваем, давайте. Да, бля, какой же он долгий! Быстрее, все, у нас 20 секунд. А, наверное, он может разгоняться. Я знаю, знаю, но нам там нужна прямая. И он перепрыгнуть не может даже. Ааа, да не тот маньяк! Не все.
А чё, все спаслись, да? Наверное, у тебя есть спасти. Ебать. Давай, ты сможешь. Давайте. Хоть одного он забрал. Ты чё, не перепрыгнул? Не хватило стамина, чтобы перепрыгнуть. Да нет, как так? Гагатун, тебе повезло. Ой, блин, не знаю, как-то... Вот вы заметили какую-то разницу между беткой и вот сейчас теперешней? Ну, в отличие от карт. Ну, я не играл... вообще-то есть отличие. Так бы... Огнемет так бы меньше или нет? Я говорю в техническом плане, а не в рейтинге там или мапы. Так, ладно, ребят, я погнал. Всем удачи, всем пока-пока. Ну, пока.